Крымский таксист рассказал о том, как живется сейчас в Крыму и что он думает о санкциях, верности и чести. Видео поездки с крымским таксистом появилось в сети. В 4-минутном ролике водитель успел рассказать о том, что накипело за 2 года оккупации полуострова. Санкции с Крыма никогда не снимут. Да, Крым никогда... как на Кубе, 50 лет санкций. Да, мы будем жить как все. Что, куда мы дальше, в России выехать не можем? Нет у нас, мы не существуем. Мертвые души, да? Да, просто 2 миллиона мертвых душ. Я был в этом Украине. На 100 гривен зашел в магазин, купил продукты, можно неделю бухать. Я серьезно говорю. Ну зайдите на эти 300 рублей, купи в магазине, пожрай. Да вообще не отдадут Крым обратно Украине. Куда они все денутся? А ты знаешь, как можно присягу давать другому государству, если ты уже дал присягу? Все, да. Это клятва. Ты же ты даешь клятву защищать государство. И ты считаешь, что ты поменял мать.